Республиканский форум патриотического образования проходит в Крымском федеральном университете. На повестке дня вопросы взаимодействия организаций, поиска новых форматов социальной работы и роль педагогов в патриотическом воспитании детей и молодежи. Сегодня очень остро стоит вопрос по созданию единой образовательной среды для объединения всех детей. Очень важно, чтобы дети были заняты интересными делами. Форум проходит в третий раз. Участие принимают представители государственной власти республики, крымские вузы и муниципальные органы управления. Присоединились также Херсонская и Запорожская области. Они активно перенимают опыт республики. Любое образовательное учреждение, любое абсолютно нашей страны, которое функционирует, оно обязано не только давать знания, но и формировать личность, которая бы хотела эти знания использовать на благо своей родины, своей страны. Цель форума – создать уникальную площадку общения для того, чтобы объединить усилия и ресурсы специалистов, обменяться опытом и понять, как улучшить патриотическое воспитание подрастающего поколения. Приятно то, что вся повестка главная этого форума – это вопросы, связанные с воспитанием. Воспитание молодежи, формирование их убеждений, патриотического отношения. И все акторы с разной позиции говорили о своих практиках работы в этом направлении. Форум завершится сегодня. По итогу будут запланированы мероприятия на следующий учебный год. В год педагога и наставника вопросы воспитания занимают особо почетную позицию, потому профильные ведомства и вузы проводят активную работу по развитию молодежной политики региона и страны в целом. Яна Дученко, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.